Думаю, все согласятся с тем, что быть обладателем мирового рекорда – это очень круто. Ты лучший в своем деле, о тебе знают множество людей, тебе предоставляются различные привилегии и так далее. Но рекорды бывают разные, и есть такие мировые рекорды, которые вряд ли кто-то захочет побить. Как вы думаете, сколько длилась самая долгая икота? А также, насколько крупный был камень, извлеченный из почки? И насколько сильный удар в пах можно выдержать? С вами Топ Хайп, и все это мы покажем в сегодняшнем выпуске, а именно рекорды, которые никто не хочет побить. Погнали! Самый сильный удар в пах. Пожалуй, это один из самых болезненных мировых рекордов. Самый сильный удар в пах был нанесен американским бойцом клуба American MMA Джастином Смитом и получен боевым экспертом Роем Кирби. Удар был нанесен со скоростью 35,4 км в час и силой более 500 кг. Впрочем, Кирби даже не согнулся от такого пинка. Больше всего проваленных экзаменов по вождению. Пожилая женщина из Южной Кореи, известная как бабушка Чха Сасун, стала национальной знаменитостью после того, как на 960-й раз наконец сдала экзамен по вождению и получила водительские права. Имея в своем арсенале 959 безуспешных попыток сдать экзамен, Чха Сасун является нынешним обладателем мирового рекорда по наибольшему числу проваленных экзаменов по вождению. В мире чайников тоже встречаются интересные экземпляры, которые способны поразить кого угодно. Умный чайник Redmond уникальный в своем роде. А теперь топ-5 фактов о фантастическом чайнике Redmond. Факт первый. Умный чайник Redmond подчинится тому, кто в совершенстве овладел мастерством бесконтактного управления и приложением Ready4 Sky. Один клик, и чайник включится. Неважно откуда, хоть из комнаты, не вылезая из-под одеяла, хоть из ванной, сквозь стены и любые расстояния. Факт второй. Умный чайник Redmond любит подчиняться женщинам, а точнее женщине Алисе от Яндекс. Алиса, включи чайник. Факт третий. Умный чайник Redmond нагревает воду с точностью до 1 градуса. Факт четвертый. Умный чайник Redmond такой умный, что может и в магазин сбегать. Шучу, но развесной чай с его помощью заказать можно в приложении Ready4 Sky через сервис Sky Market. Факт пятый. Самый удивительный умный чайник Redmond – чемпион по диско среди чайников. Но самое главное, умный чайник Redmond не дороже обычного глупого чайника-кипятилки. А с промокодом TOPHYPE умный цветомузыкальный чайник еще дешевле на 25%. Умные чайники Redmond обитают по ссылке в описании. Самая длительная икота. Чарльз Осборн начал икать в 1922 году, взвешивая свинью, и только в 1990 году, 68 лет спустя, он смог остановить икоту. Икота началась из-за разрушенного кровеносного сосуда, что привело к повреждению части мозга, блокирующей икоту. В течение первых нескольких десятилетий Осборн икал около 40 раз в минуту. В последующие же годы темп замедлился до 20 раз в минуту. Впрочем, несмотря на свое состояние, Осборн был в состоянии вести вполне нормальную жизнь. Он дважды женился и имел 8 детей. Самый тяжелый человек. Согласно данным 2016 года, во всем мире около 2 миллиардов человек страдают ожирением или избыточным весом, но я уверен, что практически никто из них не может сравниться с тяжеловесом всех времен. Самым тяжелым, официально задокументированным человеком в истории считается американец Джон Бауэр Минок, который родился в 1941 году и скончался в 1983. С детства Джон страдал от болезненного ожирения. Его самый тяжелый вес на пике достигал 635 килограммов. Однако он смог похудеть. Соблюдая жесткую диету, за 16 месяцев Джон сбросил 419 килограмм, что стало максимальной документально подтвержденной потерей веса среди мужчин в истории. Самое дальнее расстояние, на которое протащила лошадь, когда все тело было в огне. Волочиться по земле за лошадью – уже само по себе неприятное занятие. Но профессиональному каскадеру Йозефу Тодлингу этого было мало. И поэтому он поджег все свое тело и прицепился к лошади, чтобы поставить чрезвычайно болезненный мировой рекорд. Общее расстояние, на которое лошадь протащила каскадера, составило 500 метров. Выжить ему помогла специальная экипировка. Он был защищен несколькими слоями одежды, охлаждающими гелями, а также металлическими накладками на голени, колени и локти. Больше всего костей сломанных на протяжении жизни.
Кому-то за всю жизнь не удалось сломать ни одной кости. Кому-то везет меньше, они ломают пару костей. А вот американский каскадер, исполнитель трюков и любитель прыжков на мотоцикле пережил за всю свою жизнь 433 перелома. Наибольшее число автомобилей, проехавшихся по телу. Том Оуэн является обладателем рекорда по наибольшему числу переехавших его автомобилей. В 2009 году 9 пикапов весом от 3,3 до 4,4 тонн проехали по животу Оуэна на съемочной площадке программы Low Show Day Record. Том смог выдержать такой стресс благодаря очень сильным брюшным мышцам, которые, по словам врачей, действуют как подушка. Глотание самого длинного мяча. Мировой рекорд по глотанию самого длинного мяча принадлежит Наташе Верушке. Свой невероятный подвиг она совершила с помощью мяча длиной 58 сантиметров 28 февраля 2009 года на день шпагоглотателя. Самый большой объект, извлеченный из человеческого черепа. В 1998 году на Майкла Хилла из Флориды было совершено ужасное нападение. Преступники напали на него с ножом и убежали, оставив Майкла. К счастью, сам Майкл выжил. Впоследствии врачи извлекли из его черепа 20-сантиметровый нож. Этот нож стал самым большим объектом, когда-либо извлеченным из человеческого черепа. Что касается самого инцидента, то он произошел, когда Майкл Хилл был в гостях у своей сестры. Майкл подошел, чтобы ответить на стук в дверь, и в этот момент сосед его сестры Дэри Эрик Смит вонзил этот нож. Несмотря на то, что Майкл, к счастью, пережил это ужасное нападение, у него все же развились осложнения, такие как потеря памяти. Отлетевший на самое дальнее расстояние, выживший в результате ДТП. Американский фельдшер Мэтт Макнайт находился на месте происшествия в Пенсильвании, когда его сбил автомобиль. В результате столкновения Мэтт отлетел на расстояние 35,9 метров вдоль дороги. Несмотря на то, что он получил несколько травм, он полностью выздоровел и через год вернулся на работу. Самая высокая концентрация алкоголя в крови. Однажды одного поляка увезли в больницу после того, как он пострадал в автомобильной катастрофе. Впоследствии врачи взяли у него анализ крови и были поражены. Они обнаружили, что концентрация алкоголя в крови этого поляка составляла 13,74 промилле. Считается, что это самая высокая концентрация алкоголя, которая когда-либо была зарегистрирована в крови человека. Унесенный торнадо на самое дальнее расстояние и выживший. 12 марта 2006 года 19-летний Мэтт Сутер был подхвачен торнадо, находясь в своем передвижном доме недалеко от города Фортленд, штат Миссури, США. Сутер был выброшен в бессознательном состоянии и очнулся на соседнем поле в 398 метрах от дома. Это самое дальнее расстояние, на котором когда-либо оказывался выживший в торнадо. Больше всего гремучих змей, удерживаемых ртом за хвосты. Рекорд по наибольшему числу гремучих змей, удерживаемых ртом за хвосты, принадлежит техасскому укротителю змей по имени Джеки Биби. На протяжении 10 секунд он удерживал ртом 13 змей перед живой аудиторией. Тем самым он побил свой предыдущий рекорд. Тогда ему удалось удержать всего 11 змей. Больше всего обнюханных ног и подмышек. Мэдлин Альбрехт является обладательницей одного из самых странных и необычных мировых рекордов на всей планете. В исследовательской лаборатории Hilltop в Цинциннати, штат Огайо, где она работала на протяжении 15 лет, она обнюхала около 5600 ног и неизвестное, но огромное количество подмышек, войдя тем самым в число самых причудливых рекордсменов мира. Нырок в воду с максимальной высоты. В 2015 году швейцарец Лазаро Шеллер совершил прыжок в природный бассейн под водопадом Каскадо де Сальто с высоты 59 метров, установив мировой рекорд по нырянию с максимальной высоты. После удара о воду со скоростью 122 км в час Шеллер вывихнул бедро, но, к счастью, он выжил. Самое длительное удержание автомобиля на голове. 24 мая 1999 года британский силач Джон Эванс удерживал на голове мини-автомобиль весом в 160 кг в течение 33 секунд, тем самым установив мировой рекорд. Произошло это в телевизионном центре The London Studios. Больше всего вращений, будучи подвешенным на ручной дрели. Хью установил этот сумасшедший и необычный рекорд 23 декабря 2008 года в Мадриде на съемочной площадке рекордов Гиннесса. Тогда он прокрутился 148 раз.
Самое длинное расстояние разбрызгивания молока из глаза. Один из самых безумных и невероятных мировых рекордов принадлежит Йилкеру Йилмазу. Он выплюнул молоко из глаза на расстояние 279,5 сантиметров. Йилмаз всосал молоко через нос, прежде чем выплюнуть или брызнуть его из глаза. Самая странная диета. Француз Мишель Латито был человеком с самым крепким желудком в истории. За свою жизнь он съел 18 велосипедов, 15 тележек для супермаркетов, 7 телевизоров, 6 люстр, 2 кровати, 1 пару лыж, 1 компьютер и даже 1 легкий самолет Cessna, на поедание которого у него ушло 2 года. Возможно, вы слышали про этого парня, но это так, чтобы обновить вашу память. Самые длинные ушные волосы. Индийский бокалейщик Радхакант Байджапай является рекордсменом по самым длинным волосам на ушах. Их длина у него составляет более 25 сантиметров. Он считает свои длинные волосы на ушах символом удачи и процветания, поэтому не собирается их состригать. Самый тяжелый вес, который удалось поднять языком. Мировой рекорд по поднятию языком самого тяжелого веса был установлен Томасом Блэкторном в 2008 году. Блэкторн смог поднять 12,5 килограммов с помощью языка, в который был вставлен крюк для удержания веса. Блэкторн сумел удерживать вес более 5 секунд на съемочной площадке El Show Olympico в Мексико, Мексика. Ну а в комменты напишите, какой из этих рекордов вы смогли бы побить. А также, если вам было интересно, со всей мощи ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик, чтобы не пропустить все самое ядерное уже завтра. Спасибо вам за просмотр, а также за оценивайте предыдущие выпуски.